Одинцовский округ победил в региональном эко-марафоне «Сдай макулатуру, спаси дерево». Его осенний этап проходил в Московской области с 17 октября по 20 декабря. На этот раз наш округ собрал 27 700 килограммов макулатуры и получил 83 тысячи экологических баллов. Благодаря этому муниципалитет занял первое место в регионе с присвоением почетного звания «Эко-героя».